Каждый год в преддверии Победы я прихожу на это место в селе Чернуха Лысковского района. На обелиске памяти фамилии тех, кто сражался за нашу победу. Среди них есть имя моего отца. Мой отец Борис Степанович был призван на службу в 40-м году. Вернулся в 46-м. Ему повезло, в отличие от тех, кто сложил свои головы на той страшной войне. Каждый раз, бывая здесь, я вспоминаю рассказы отца о той счастливой ночи, когда никто не спал и не выключал радио, ожидали сообщения, после которого все выбежали на улицу. Там уже плакали, смеялись, обнимались, поздравляли друг друга с долгожданной победой. Эту память невозможно ни отнять, ни украсть. День Победы – это святой праздник для нас, для всех. Этот день, с которого началась наша новая мирная жизнь. Все послевоенные поколения должны в пояс поклониться нашим отцам и дедам, кто защитил наше право на жизнь. С праздником вас, дорогие нижегородцы! С Днем Победы!